Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Аня Максимова. Татьяна Стоянова – поэт, инициатор и вдохновитель литературных событий и проектов, бренд-менеджер редакции Елены Шубиной. Поэтический сборник «Матрешка» – это бесконечность, скрытая в замкнутости, солнцестояние и круговорот жизни, круги и спирали времени, параллели и точки соприкосновения, соль земли и свет мира, преодоление смерти – рождением и любовью. Любовь и жизнь так переполняют меня, что выплескиваются в строки. Я пишу, чтобы их приумножить и сохранить. Так Татьяна говорит о своем творчестве. А 17 апреля в 13:00 в рамках ежегодной выставки-ярмарки «Симбирская книга» Дворец книги приглашает вас на творческую встречу с Татьяной Стояновой. А вы читали новый поэтический сборник поэта? Делитесь в комментариях.